Ребята, всем привет из Анталии. Сегодня посмотрим очень интересный магазин. Очень много всего фирменного. Такие, как знаете, бренды. Это реплики. То есть делается все в Турции, в Стамбуле. И вот сюда привозят. Очень хорошее качество. Вадим в один сделано. Все то, что в оригинале. Есть эти же и у нас сделано. Я вам вот так начну с Лювитонов. Начну. Лювитон. Такие модели у него оригинальные цвета, кто знает. О, супер. Сзади у него вот так. Из шелка она сделана. Прям вообще. С эски начинается, до 3XL идет. Все размеры есть, все да? Все размеры есть, размеры да. Такой Джафар. Лювитон еще есть. Троечка она. Смотрите, замочек четко работает. 100% хлопок она, ветровочка вместе, штаны вот так у него. Отлично. В черном цвете есть, в бежевом цвете есть. Вот его черный, допустим. Богатый выбор у вас, и цвета, и размеры, все имеется, да? Да, это Баленсиага вот такой, чисто спортивный. В черном цвете тоже есть. Супер. Белая, черная. Тоже из хлопка. Приятный материальчик. Да. Богнер идет. Она сейчас у нас очень хорошо идет, спокойно, такой вариант. Угу. Да. Хлопок 100%. Это все качество. Хорошее. Качество в один, как вам сказать, швы, не швы, все можете проверять, все можете посмотреть, точь-в-точь, как в оригинале сделано, тоже четверочка, Баленсиага с шортами вместе идет, свободно такой модель, шелк, это шелковый, такой Balmain есть, троечки, у него три цвета есть у меня, черный, бежевый и синий, тоже размеры, от сески начинается, до 3XL идут, вам хотите вот так. Угу. Это скажу вам, сколько стоит. 110 этот костюм стоит. $110, да? 110 этот костюм стоит. Разные у меня цены. Есть, допустим, костюм такой. Наша местная фирма, снизу клёш. Она стоит 70. Хорошо сочетается. Двухцветный такой. Есть, допустим, тоже наша местная фирма, Speedway. Сзади с надписом. Да, розовый цвет такой. У нее замочек, можете посмотреть. Железные, не пластмассовые. Угу. Не, замочки четко работают, сейчас видно было. Этот скажу вам по цене, сколько она стоит. $95 она стоит. 95, да? Да, цены разные. Есть за 70, есть за 80, вообще, есть за 100. Смотрите, и цвета, какие хотите. И качество, и размеры. Прям супер. На лето такой у нас костюм есть, Louis Vuitton. Тоже цену могу в этой тоже вам подсказать. $90 она стоит. 90. Свободно такой модель. Очень легкий материал. Ну да, за такое качество, как бы, я думаю, не жалко будет. $90. Так в этих товарах самое главное что? Потому что рисунки же тут. После первой стирки такие дешевые продают, уходят. Я об этом могу вам гарантию дать большую. Она сделана точь-в-точь, как в оригинале. Dior вот. Угу. 130 в этой Диорике. 130, да? Ну, конечно, цены не фиксированы, еще и плюс скидочки будут. Отлично. От канала. Хорошо, если приходите, говорите Анталия Браво. Да. Будет скидочка. У меня есть большие размеры, тоже есть. Допустим, то, что там видели, похожие модели. Ага. Она, допустим, начинается у меня с Эльки начинается, до 4XL идет. На крупных это, ребят, да, таких? Это, допустим, Элечка у меня. Также и местная фирма есть, тоже для крупных. Тоже с Эльки начинается, до 4XL она идет. Расцветки другие есть. Слушайте, здорово. Хорошие вещи. Это Стамбул делает, да? Все со Стамбула. Все в Стамбуле. Классно. Есть такой Versace на лето. Легкий такой у него тоже. Три цвета еще и черный есть. Такой фистяшный цвет. Его вообще не будешь чувствовать по телу, но очень мягкий материал у него. Да, да. Молодцы, научились хорошо делать в Турции. Да. Прям. Если куда. Турция вообще, она и вещи все делает, как бы себя обеспечивает, можно сказать, и обувью. Стараемся. И молодцы, ребята. Ботега, теплая внутри, флиз у него. О, это как это прям, ничего себе, какой тепленький. Да, у него три цвета есть, черный есть, белый есть, бежевый есть. Белый он такой. Кристиан Диор такой есть и в сером цвете. $90 стоит. $90, да? Да.
форму. Конечно же, эти же костюмы. Для костюма это нормально, я думаю. Да, эти же костюмы в оригинальных магазинах, они где-то около по 2000, по 1800, по 1200, по 1400, вот так стоят евро. Угу. У нас в один сделано, и качество хорошее. Вот до 100 начинает. Долларов, да? От 60 от до 100? От 60, нет, до 420 долларов идет. А какие, интересно, 400 стоят? Могу показать. Ну, не 400, конечно. Конечно, плюс скидочки тоже есть. Валенсиага. А, вот такой вот. Это вот дорогой, да? 225 она стоит. Шелковый? Шелковый. Да, ну видно, да. Шортами вместе, ремешком такой. Шорты, штанишки. Да, еще и топик у него внутри есть. А, еще и топик. Допустим, вот Balmain. 190 она стоит. У него есть еще и бежевый, и черный цвет. Я показывал. Как раз кармашки по бокам. Супер. Шелковый костюмчик. Каждый бы хотел. Да. Покажу такой вам. Клёш снизу, с рубашечкой на лето, вот так идет она. Ага. Она у нас стоит 120. Да. Есть Louis Vuitton такой, комплект, по бокам цепочки, замки у него, с капюшоном. Угу. Тоже на лето такой симпатичный костюм. Есть местные наши турецкие фирмы тоже есть, есть в оранжевом цвете есть, есть в белом. В белом уже на молнии идет. Угу. Потом... Ясно. Кристиан Диор такой есть. У него есть еще и черное. Ага. Здорово. Очень оригинальные вещи такие. Материал у них, самое главное, материал потрогай. Материальчик классный, да? Материал потрогай. Самое очень, главное, тут материалы. И вот приятный. Эти, то, что сделано. Фурнитура такая, да? Да, то, что как в оригинале, в один у нас сделано. Да. Тут на лето у нас костюмы варианты еще есть, конечно. И две наша местная фирма. Джинсовые в рукавах, сзади надпись у него. Такой тоже тепленький он, да? Да. Как джинса и... Двухниточный. 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 У него штаны вот так снизу, замки снизу. Замочками. Да. Модненький костюмчик, яркий такой. Да, такой бежевый есть. Бежевый. Вот так, а сзади у него вот так вот, как маечка сзади смотрится. Вот такая у нас платье. На лето такой, с поиском вместе идет, очень легкий шелк, 100%. Угу. У меня расцветит. Да, есть Christian Dior такой. Примерно цены, пожалуйста. Цены, платье у меня от 75 начинается, до 185 идет в платье. Вот Gucci такой есть еще. Gucci. Сзади так у него, и в черном она еще. В общем, для любителей брендов этот магазин просто клондайк. Здесь найдете любой бренд. Отличное качество. Ну, естественно, что это турецкое производство. Но... Турецкое, чисто турецкие фирмы тоже есть. Но качество очень Color. Супер. Лень, у нее расцветки другие тоже есть, такие свободные модели. Это, допустим, 50-й размер русский. Она идет, то 60 идет размеры. Угу. Большие тоже есть. У нее есть вот такой еще вариант. Да. К вам откуда приезжают туристы? С каких обычно? У меня Анталия, Кемер, наверное. У меня от Алании до Кемера. От Алании до Кемера все приезжают. Трансферы у нас. Джафар. Бесплатная. Джафара, наверное, многие уже знают. Возможно. Туристы. Раз вот. Приезжают. Возможно. Привет, да. Всем, ребята. Вот такой еще. О. Цвет такой с поясом. Дорожка. Полностью. С пуговицами она спускается. Тут еще вам покажу платье, рубашки покажу. Такой есть Louis Vuitton. О, яркая прям. Да, на лето прям очень приятный цвет. Классное, качество хорошее. Черный цвет тоже есть у него. Вот. Угу. На поясе резиночка у него. Ну, кто бренды носит, знает, да, что сколько это стоит, допустим. Марина Ледорга стоит. Да, да, да. Louis Vuitton такой платье рубашки есть. В белом цвете она еще есть. Кожаная штучка, ремешок у него. Вот. Это кто любит ходить на вечеринки, на разные, да? Как раз в этот магазин надо приходить. Платье, рубашка еще. Такой у нас с рисунком идет. На концерты кто любит ходить. Christian Dior тоже. Cotton. На разные. Ну, надо иметь какие-то красивые вещи в гардеробе, конечно, да? Конечно, конечно. Разные же случаи в жизни бывают. Свободные модели такие есть. В белом, голубом и в черном еще цвет есть. Она с S начинается, до 3XL идет. Свободная такой модель.
У него еще есть кинзо, похож такой. О, черном есть, тигр. Белом есть. Каплан, и... тигр. Да. Алмандис есть у нас вот такой, слободный тоже. С кармашками они идут. Классно сделали с карманами, они да? Они у нас 60-65 вот так стоят. Но это, конечно, плюс еще и скидочка будет. Да-да. Это Прада. На лето, Прада. Чисто, наверное, слободный такой. С капюшоном. Прада очень известная, да? Да, черный цвет у него еще тоже есть так. Прада все знают. Маскино, че Гуччи, сори, извините. Гуччи есть поясом, так у него. Очень, начинается до очень оригинальная лет. Такая, интересная. Микки Маусом, да. Микки Маус никогда не теряется, всегда есть, каждый год есть. Популярный, да? Диор Кристиан такой спортивный. Чисто спортивный, с кроссовками. Очень приятный у нее тоже материал. Цены? Цены, Диор скажу. Диор у меня 80 стоит. 80. Потом есть вот такой вариант. Вот хороший магазинчик мы нашли для туристов. Черный цвет тоже есть, с капюшоном. Так что, ребята, кто едет на шопинг, ссылочка в описании, номер телефона в описании. Да. Пишите, звоните. Трансфер бесплатный. Трансфер, да. С Масалани до Кириша у нас трансфер бесплатный есть. В любое время можете писать. Привезут, купите, увезут, все будет нормально. Конечно же. Вам покажу и тромбочки покажу. Ветровочки у меня такие, Louis Vuitton'ы есть. Louis Vuitton'чики? Да, у них два вида есть. Они с S-ки до 2XL идут, потом с 3XL они идут, до 6XL идут. Это женские или мужские? Женские. Женские, да, вы показываете все? Это женские сейчас. Я бы что-нибудь померил бы, мужское бы. Мужской такое. Дойдем. Потом, такой Balenciaga есть. О, какая стильный прям. Стильный такой модель, у нее черный цвет тоже это есть. Это водонепромокаемый, нет, да? Не промокает, вообще не помогает. Потом, черный, допустим. Супер. Прада у нас такой красный. О. Материал можешь потрогать, у нее совсем другой материал. Интересненький, да. Слушайте, прям... Такой магазин есть. Ваш очень нравится, вещи хорошие. Спасибо. Такой Bottega есть, накидочка. Bottega. Она очень нарядная. Конечно, для этого у нас девушка ушла, с работы вышла, время у нее ушло. А то она померила, я показал. Ну да, когда на человеке, конечно, интереснее. Да, по-другому она смотрится. Да, Филипп Киркоров такой. Почему Филипп Киркоров? Я его так называю. Да? Сзади у нее хабешка. А спереди такой. Ясно, ясно. Пиджачок такой, ручная работа полностью у него. Все ручная у него. Интересно. Длинные джинсовочки. О, какая модная. И в черном она еще вот есть. Так вот. Вот так вот, видите, как. Тоже примерно есть. Вот так вот смотрится, видите? Да, на манекене, да. Вот так вот. Супер. Есть такие Филиппы тоже. В черепах весь, в пандах. Пандочки. Барбари такой красный. Супер. Курточка очень хорошая. Жилеточки такие оффайтерские есть. Она стоит 75 стоит. Нормально. Для хорошего качества. От него и джинсы супер. Тоже есть. Шанель такой. Шанель. В розовом цвете. Есть и в белом. Есть Louis Vuitton такие у нас. Наверное, таких, как у вас, магазинов вообще мало в Анталии, да? Да, мало. И у меня магазин большой, выбора очень много. Я не да, все не могу, да. Конечно, показать. Видно, да. Много что есть, не успеваю. Действительно, поэтому... Ребята, вы, наверное, видели этот магазин уже, но, как видите, появляются все новые и новые вещи, поэтому... Смотрите видео, пишите. Шелка костюм, в черном есть, в бежевом цвете есть. Ага. Черный, допустим. Отлично. Есть оранжевый и зеленый еще есть. О, классно. Fendi. Все для девушек, все для модниц. Пройдем всегда, покажем. Давайте. Пиджачки есть у нас. Балмен есть пиджачки. Ветровка Гуччи такой есть. Почем такие? Пиджачки
Язычок 145. 145, а это? А это 125. 125. Угу. Вот еще классная ветровочка. Мягкие-мягкие такие. Есть такой еще хлопок. Приятно и будет носить. Айконы есть такие вот. Айкон. Айкон Дисквар, это навсегда идет в ходовой. Такой барбар есть. Угу. Белым и в черном. Ну не белый, чисто такой молочный цвет у него. Барбари. Сегодня я все бренды выучу с вами. Классно. Есть вот такой спидвей у нас. Весь порван, такой безразмерный. Сейчас, кстати, такие модные. Да, у него в черном цвете. Такой еще черный есть. Да, да, да. Капюшоны варианты есть, люитоны такие. Хорошенькие. С мишкой вот. Это все такие тепленькие вы показываете, да? Да, тепленькие такие. А цены примерно вы сказали? Цены они от 40 долларов начинаются, до 120 долларов они идут у меня. От 40 до 120, до 120, да? Тепленькие есть. Вот эти тепленькие, вот. Да, вот такие намолные, свободные, такие как накидочка варианты тоже есть. У него вот есть еще и Louis Vuitton есть, есть Барбари. Они у меня с эски начинаются, до 3 XL идут футболочки. Всякая фирма есть, всякие расцветки есть. И для полненьких тоже там с XL начинается, до 5XL идет. В футболочках цены у меня с 25 долларов начинается, до 145 долларов идет. Конечно, да, от качества меняется. Есть среднее качество, есть хорошее качество, есть. Есть прям самое-самое-самое хорошее качество. А класс какой такой? Самый. Вот я с Филиппа такой. Вот такой вот, да? Могу с Филиппа начинать просто. Вначале у меня Филиппы висят. Вот такая сколько стоит? Сразу скажу. Оно, допустим, в оригинальном магазине висит 799 висит. Угу. Могу его так показать. Это ладно. В оригинальном. В моем магазине она 40 она висит, по-моему. 40. Ну это плюс еще и скидочки, конечно, буду делать. Здравствуйте. Здравствуйте. Эмрихан, насылсыныс. Ием, сен насылсыныс. Ием, хорошо. Ташикюрлер. С таким рисунком есть. Кто любит Филипп. У Филиппов туристы, клиенты другие, совсем другие. Они когда знают эту фирму, они только эту берут. Ну кто такое уже носил, уже другой не хочет, да? Да, вот Филипп Киркоров такой, допустим. Ясно. Расцветки другие тоже есть. Филипп Лейн в оригинале в черно-белом особо делает. Из-за этого у меня тоже черно-белый цвета. Прям качество чувствую. Прям такой хлопок, классный хлопок. Прям отлично. Пройдем сюда. Дольче & Габбана. В черном цвете еще она есть у меня. Шита она все. Не наклеечка, а шита. От Givenchy такой свободный модель. Она, у него зеленый цвет, есть еще белый цвет. Это такие же цены по 40 или уже чуть-чуть меньше? Нет, тут есть и за 25, есть и за 30, есть, есть за 20 даже есть. Разные. Есть за 35, разные. С пандой такой а есть. А кепочки у вас почем? Кепочки 10-15, вот так. 10-15, потом, да? Покажу. Потом, там еще много вариантов есть. Хорошо. Есть такой, Paul Menges, тоже. Такой оригинальный. Розовый цвет есть, черный цвет есть еще у него. Шанель такой есть. Шанель. Тоже зеленый есть, черный есть, свободно. Размер. Off-White. В черном есть еще. Off-White называется? Да, Off-White фирма молодежный такой. Все, все, не буду в брендах разбираться. Paul Menges. Маклер Paul Menges. Хуго по любителям там классику, попроще что-нибудь там, маленькие эмблемы, кто просит, у меня есть и классика тоже есть. Там Валенсиага есть классика, Томми есть классика, Хуго есть классика. Селин у нас такой еще, в желтом есть еще и в черном цвете есть. Селины. Это, допустим, XS размер. У меня размеры оригинальные, размеры не такие там, XL дают, она как S, или не знаю, наоборот. Все размеры соответствуют, да? Да. Все размеры. Валенсиага, вот оверсайз модели. Черный еще цвет есть у него. А у вас есть такое, что, допустим, заказать, и чтобы вы сами привезли вещь, например? Или у вас только, когда приезжаешь, доставка, трансфер бесплатный? Или можно вещи тоже отправить, допустим? Конечно, конечно. По всему миру у нас есть. Доставка по всему миру? По всему миру есть. Любой, это вообще любое классно. Время, можете на WhatsApp, Instagram, Telegram канал оставим.
Можете писать, звонить, у нас доставка есть и в России, и в Казахстане. Принимаете деньги в разных валютах, да? В разных. Есть счета, допустим, российские, да? Российский счет, просто на русскую карту может скинет, или с Украины, или там с Беларуси, или там без с Казахстана, разницы. Без разницы. То есть все это налажено, да, у вас все четко? Да. И с Америки даже, у нас туристы есть наши, в Америку даже отправляем, в Канаду даже отправляем. По поводу этого проблем нет. Свободный такой модель. В бордовом цвете есть и в черном цвете есть. По бокам у него вот так. Замочки. Да, здорово. Есть рубашки. Рубашки у меня много просили. Я рубашки пара привез вместе с брюками. Кто классику там носит. Очень рубашки оригинальные. Рубашки вот такие есть. Два цитана и в белом, и в черном. Приятные. Вот к этим рубашкам брюки могу дать. Брюки, да. Это стрейч они, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть стрейч есть, конечно. Чуть-чуть. Джинсы у меня с $50 начинается, до $140 идут. 50-140. 140. Конечно, да. Плюс и скидочки. Но это я тоже... сейчас так говорю, конечно, на этой камере останется, о, дорого-морго. Скажет, нет, так не думайте. Потому что если я 140 сказал, это не окончательно. У меня там скидочки сюда полнотели есть. И на $50 у меня скидочки есть. Хорошо. То есть, если я 50 сказал, она 50 не остановится. Еще, наверное, зависит от того, сколько человек купит. Если много вещей возьмет, это, да, естественно, хорошая хорошо. Скидка будет. Я футболочки показывал, спанда. У него есть такая спанда, джинсы тоже есть сзади. А спереди у него вот так, джинсы. Джинсы у меня с 25 размера начинаются. Она идет до 30 идет, это один размер ряд. И потом с 30 начинается, до 38 идет, это уже второй размер ряд. Это уже для полненьких. Да. Вот такой Louis Vuitton. Я сам такие сейчас популярно ходовые я показываю, а потом классику тоже покажу. Louis Vuitton такой есть, у нее черный цвет тоже есть. Потом. Есть Philippe Lane такой. Сзади у нее на кармане вот так. Черный цвет тоже есть в этой Филиппе. И спереди вот так. 100% джинс. В этой, допустим, чуть-чуть стретч есть. Вот в этой вообще нет, тут чисто джинс. Ну, кому как нравится, да? Да, кому как нравится. Тут спокойно, сзади в кармане эмблема Louis Vuitton, шита, а так спокойно. Высокая посадка тоже есть, низкая посадочка тоже есть. А что я 15 лет с этой работой занимаюсь. 15 лет уже работаете? Да, стараюсь хорошие, качественные фирменные вещи брать. А не так там, взял подешевле, продал подороже, нет. Лучше подороже возьму, подороже продам. Ну, все довольны, чтобы остались. Джоггеры такие у меня есть. У нее в черном цвете есть, в сером цвете есть, в белом цвете есть еще. Хорошо. Джафар сегодня нам все рассказал, все модели показал. Такой марка у нас, ребята. Мими. Колено у нее парунное, бойфренд. Высокая посадочка, светлая. Есть у нее серая есть и черная еще есть. Фирма такая Мими. Супер. Вот его черный Louis Vuitton, допустим, наподобие. Кто там спокойно, без рванья, без ничего носит. Такие прям плотненькие. Легкие джинсы тоже есть, плотные джинсы тоже есть. Александр Ванг. Классику почему не стараюсь показывать, потому что классика, да, в многих местах однотонные джинсы. Там классику не объяснять трудно, в хорошем качестве или в плохом качестве. А эти более такие... Фэшн коллекция, из-за этого стараюсь это вам все показывать. Фэшн коллекция. Синий цвет, такие брюки, плотные, можешь потрогать. Материал тоже у него в черном есть, в коричневом цвете тоже есть. Это тоже стопроцентный катон, да? Стопроцентный катон, швы, не швы, все можете посмотреть. Тут же так. Аккуратненько все, четко. $50 начинается, до $180 идут у меня мужские единицы. 50-180. Да, есть такой дискуарет, допустим. Есть дискуарет такой. Слимфит идет. Паушарк есть, классика такой. Стрейт чуть-чуть. Это, допустим, вам скажу, сколько она стоит. Это у меня стоит $60 стоит. 60, да? $60, да. Хорошо. Есть дискуарет. Есть такой вот паушарк на лето. Тонкие джинсы. Это прям легкие такие, да? Да. Отличные. Лен есть у меня такой. Тоже, в синем цвете. Тоже летние. Летний, да, такой вариант. Паушарк вот такой еще могу показать.
это, допустим, 34 размер. У меня джинсы мужские начинаются от 30 размеров до 36. Идет один размер ряд, потом идет с 38 до 48 идет второй размер ряд. Идет. Есть такой у меня еще джинсы Лора Пиано. Понятно. В общем, джинсов очень много тоже. Джинсы много. Вот такой кетон есть. Брючки. У него цвет еще такой вот. Это тоже известные такие, да, бренды? Да. Тоже такой известный бренд. Есть вот такой. Допустим, лен. Легкий-легкий. Хорошенький. С манжетами прям. Идет, да, спортивный такой модель. Это прям супер тоже штанишки. Легкие-легкие. Очень легкие. Они, я сам ношу, знаю. Вообще на лето прям огонь. Сколько такие будут? Оно у меня $90 стоит. 90, да? Филипп Киркоров есть такой, в сером цвете есть. Есть еще в синем цвете оно у меня. Филипп. Цветные джинсы тоже есть, допустим, в таком есть, в коричневом есть. В сером цвете есть, тут разные цвета тоже есть. Ну вот, будете, ребята, ехать, уже знаете, что вас тут ждет. Если что-то понравилось, пишите. Джоггеры покажу. Джоггеры сейчас самые ходовые такие. Джоггеры на меня тоже, в принципе, есть. А, вот джоггеры, у вас, да, тоже джоггеры, да? Джоггеры такие на лето очень удобные. Я, наверное, уже давно уже джинсы, наверное, не ношу. Джоггеры очень удобные. Удобнее такие, да? Да, сзади карманы, по бокам карманы у него, на манжете. Джоггеры тоже вариантов много. Джоггеры сколько стоят? Джоггеры у меня $60 начинается, до $120. 60-120. Так они тоже смотрятся, вот видно. Шорты тоже джинсовые тоже есть. Джинсовые шортики. Есть. Обычные шорты тоже есть. Icon Disquiet. Там Balenciaga есть. От тех и футболки у меня еще есть. Гуччи тут. Примерно цены. Шорты у меня $40 начинаются. $90 они заканчиваются. Тоже, конечно, скидочки есть. Большие скидки. Большие размеры тоже есть, кстати. Там 40, 42, 50. До 58 они идут. У меня большие размеры. Этро у меня такой модель. Со штанишками, да? Со штанишками тоже покажу. У него замок железный полностью. Не пластмассовый. Штаны у него вот такие. И внутри у него идет так. Как точь-точь, как в оригинале оно у меня сделано. У него две расцветки есть. Вот одна расцветка такая, и тот. Есть Лора Пиано такой. По ценам? Костюм у меня $60 начинается, до $400 они идут. Костюм, конечно, от качества тоже меняется. 60, 70, 80 – это среднее качество, там уже идет 100, 120 – это уже А-класс, еще больше, еще лучше качество есть там. Понятно. Хлопок. Hermes такой, 100% хлопок, штаны у него такие. Hermes. Обувь снимали в том отделе, Hermes тоже такая классная. Да, есть в сером цвете такой Hermes. Hermes. Есть в синем цвете. Отличный. Есть такой у меня Stone Island есть. Есть она еще в зеленом цвете есть, есть и в черном. Тут, допустим, вверх оранжевый, а вниз черный. Такой модель. И тут, допустим, полностью черный есть. И в зеленом цвете есть. Зеленый цвет сейчас на вешалке висит. Есть Prada у меня такой. Prada. Прадошка такой. Такой вот. Легкий, да? Легкий, да, на лето такой. У него серый цвет тоже есть. Вот, допустим, серый у него вот. По бокам черной ставки. Серый такой. Барбари есть у меня такой. Барбари. Черный цвет тоже есть у него. Штаны у него на манжете идут. Гуччи Адидас. Гуччи Адидас. Гуччи Адидас. У него 23 цвета даже. В зеленом, белом и в черном еще они. Размеры у них с эски начинаются. До 3XL идут костюмы. Потом еще один размер, это с 3XL начинается, до 8XL идут, это уже большие размеры. Гуччи вот такой есть. Гуччи, супер. Такой Гуччи.
хорошенькие. Штаны у него вот. Боттега такой есть. Полуклассика она идет. Легкая тоже она. Можете потрогать. О, отличный. Вот такой Dolce & Gabbana есть. Армани вот. О, какой. Армани. Сзади вот Италия. Да, на манжете у них тоже штаны. Черного цвета тоже есть она. На манжете идет штаны. Вот это как Армани называется? Армани, да. Империя Армани. Империя Армани. Прада вот у меня вот такой. Отлично. И визмолные варианты. Вот кангуру. Она идет в зеленом есть, в черном есть. Вот его черная, с желтыми ставками. С капюшоном вариант тоже есть. Валенсиага вот. Валенсиага. Штаны на манжете тоже, карманы впереди. Вот Стефано Риччи есть. Верх желтый. И штаны. Такие шикарные реплики. Истамбульские. Костюмов много. Костюмов у меня мужские. Где-то тоже 120 тысяч моделей есть. Расцветками плюс еще. 200-220 получается. Мы не успеем сегодня посмотреть тогда. Да, все не сможем, конечно, показать. У него материал тоже такой плотный, оригинальный материал у него. Без перебора, маленькая эмблема и все. У него есть, допустим, Валенсиага такой есть. Еще. Сзади надписям идет. Расцветки другие тоже есть. Белым есть, допустим. Черно-белым. В общем, все себе найдут на любой вкус и цвет. Да, зеленый, белый, черный, синий, красный. Какой цвет хотите, могу достать. Есть Paul Mendes вот такой, допустим, белый, вязаный она идет. В черном цвете тоже есть. Где-то вот здесь такой видео. А, вон он. Да, там на манекене как раз я одета. Off-White. Тоже на манекене одеты. В общем, ребята, кто в Турцию едет на шопинг, обязательно в этот магазин. Потому что здесь можно хорошие вещи реально прикупить. Стонайл. У него хлопок 100%. С эски начинается тоже до 3XL идет. Расцветки у него всякие есть. Желтый, зеленый, оранжевый, красный. Там всякая расцветочка тоже есть. Louis Vuitton у меня вот такой. Кто знает, в прошлом году эти эмблемы в свитерах большие были, большие в этом году. А, да, вот даже у меня один остался. Это прошлогодная, допустим, коллекция. А ну, так, такой лучше смотрится. Это лучше, да, посимпатичнее такой, спокойно. У него вот, вот такой еще, его оригинальный цвет. Вот такая прям классная. Париж. Да, вот еще Paul Mendes с мишечкой. В черном цвете тоже есть. Тоже можете швы посмотреть. Да. Тоже двухшвы. Эти двухшвы делать трудно. Да, многие не делают. Они в оригинальных магазинах только есть. Дисквуаля тут такой. В сером цвете. Еще вот так покажу. Louis Vuitton. Интересные. Свитера тоже много. Бомбер я вам покажу. Бомбер. Смотрите, весь день человек работал и для вас сейчас старается, друзья. Приезжайте. Будем ждать. Да, давайте. Бомбер и всякая расцветка есть там. Желтая есть, красная есть, синяя есть. Угу. Они сейчас очень такие ходовые модели. Такие прям модные курточки. Есть вот, допустим, оффайтовский вот такой. Угу. Спидить вот так. М размера начинается, до 3 размера идет. Кто раз такие цветные не любит, для них тоже есть более спокойный такой манклерский модель. Сзади только вот так. А есть вообще без нашивок, без этого, без ничего? Такие какие-то, как классические, типа. А, вот он, да? Здесь Louis Vuitton такой вот у меня. Такой Louis Vuittonчик. Вязанный сзади, а спереди баллон вот такой. Есть, допустим, поход по поводу. Этот Burberry еще есть. Супер. Есть. В капюшонах модель есть такой. Джинсами они очень хорошо смотрятся. Тоже рукава вязаны у него. Капюшон такой. Такое для зимы купил в Турции, больше ничего не надо, да? Да, а у нас в Анталии, да, и надо. Да.
Анталии теплая зима. Да, вот такой мантлер модели есть, красным и в черном. Они же у меня начинаются, сценки начинаются, до 3XL идет. Так. Такой Барбари есть, она двухсторонная, та сторона у нее черная. Угу. Точь-в-точь, как в оригинале она у меня сделана. Есть вот такой Louis Vuitton. Louis Vuittончик. Тоже двухсторонная. Это оригинально смотрится тоже. Есть у нее эта сторона серая. Похоже, вот такой есть. Тут, допустим, та сторона черная у него. Угу. Тут можете даже посмотреть, зайти, и тут в оригинальном сайте она выйдет. А, вот это вот QR есть, QR-код. Да. Есть такая классическая модель. Угу. Тонкий такой. На футболку одел, вышел. Двухсторонный вариант у меня много. Есть такое на пиано. Та сторона у нее так. Угу. Отлично. Есть красным двухсторонным. По ценам, пожалуйста, сориентируйте такие ветровочки. Они у меня с $90 начинается, до $220 идут ветровочки у меня. Угу. Есть вот такие Барбари есть. В сером цвете есть, в черном цвете есть. Вот ее серый, допустим. В черном еще есть. Такой мантлер есть. Отлично. Красная джойн-ши. Угу. С надписью вот так. Супер. Пройдем. Поло покажу вам. Давайте. Поло у меня, так скажу, что два вида есть. Угу. Поло здесь есть и тут есть. Это поло, да? Да, поло у меня начинается с $30, начинается до $180 идут. Можете спросить, почему 180 или почему там 120. У меня два вида пола есть. Угу. Это никак, ни в чем не можешь отличить его от оригинала, Лора Пиано. Один в один, да? В один в один. Есть еще и такой, допустим, который $25-30 я продаю. Угу. Я не скажу, что она по качеству плохой, но это в один в один, его никак не отличить. А тогда в оригинале сколько она стоит? В оригинале они по 570, по 620, по 640 вот так стоят. Угу. А у вас 170, да, или сколько вы сказали? Нет, я вот $30 говорю, до 180 говорю, ну, конечно, по $180 не буду продавать. Я там скидочку оставлю какую-то, оставляю. Ну, понятно. Есть вот такие, допустим, Dolce & Gabbana, Etro, Etro такой. Угу. Есть классический вариант, тоже есть вот Hermes спокойные такие. Кто на замке не любит, есть для них вот. Вот так есть, в пуговицах есть. Угу. Есть вот такой Hermes материал, просто потрогай тут. Hermes. Да, Hermes мне вообще, я понял, что классная тоже фирма такая. В многих полах, допустим, можешь посмотреть, угу. В многих полах вот тут нитки всегда торчат, вот в самом краю вот тут. Из-за этого поло везде делают, разные поло есть. На улице есть по $7 поло тоже продают, по $5 тоже продают. Ну, самое главное качество тут, самое главное да. Швы, вот это все. Нитки здесь там. Видно, что качество прям вообще отличное. Футболки. Футболки можешь вот так показать, у меня футболки мужские, особенно футболки. Да, здесь нереально все пересмотреть просто. Около 300 моделей есть. 300 футболок разных. Да, тут я не могу, конечно, с показать. С разными рисунками. Всякая фирма есть. Тут нету такого, чтобы этого фирмы не было. Там Kenzo, Armani, там Philip Lane, Gucci, Versace. Ну все, ребят, ну сами все видите. Я пара футболок вот так покажу, допустим, Philip Lane. Угу. Сразу у него 30 градусов стираем, выворачиваем, с ними ничего не будет. У меня свои туристы есть, которые уже там 7-8 лет только у меня одеваются. Они очень довольны по поводу вот моих со стразами футболочки. Еще один такой. Вот этот модель мне самому очень нравится. Louis Vuitton, допустим, такой в черном есть, она еще и в белом есть. Нормально смотрится, да? Баленсиага такой. Balenciaga. Есть у него такой еще. Черный цвет еще дополнительный есть. Угу. Футболочки у меня с S-ки начинаются. До 3XL идет один размер ряд. Потом с 3XL начинается. До 8XL идет второй размер ряд. Почему я два разных говорю? Потому что для полненьких
Тоже надо сказать. Да, да, да. Тоже где-то для полненьких у меня 50 моделей есть. Размеры, да, имеются в наличии. И расцветки другие тоже есть. Зато многие жалуются, там черные, черные, черные. Да, да. Размеры всякие есть. Классика тоже есть, спокойный вариант тоже есть. Такой манклер, двухворотник у него. Два воротника черном, белом цвете есть. Допустим. Такой Christian Dior. Материал у него можешь потрогать. Хлопок 100%. Плотный, плотный такой хороший. Пандочки такие есть. И в женском, такая, и в мужском, и в детском. Веселенькая. Да, для детей, для мам, для пап. Кинзо. Сколько такой пандочки стоят? Пандочка это 25 стоит. Кинзо вот это такой. Фиолетовый цвет есть, белый есть, черный есть у него. Вот такой Heron есть. Heron? Heron, да. Белом еще цвете есть. С мишкой вот. Маскину. Хорошенькие футболочки. Valenciaga Adidas. В красном цвете есть, в черном еще есть. Вот еще Армир вот такой. Армире. Белая есть. Еще в белом тоже так же разноцветные спускаются. Нет. Вот такой оверсайз модели у нас. Валенсиага, допустим, свитера я вам показывал, толстовочки у них. Есть и футболочки. Тоже расцветки. Конечно, другие есть. Ну что, Джафар, еще посмотрим. Что? Жилеточки. Жилеточки. Вот это что такое? Это накидочки. А, накидки такие. Это накидки, да. Я могу одеть один. Накидочки. Она маклерские есть, хуго есть. Просто накинул и все, у него молнии, да, молнии, да, ничего, да, нету. Такие супер модненькие. Да, накидочки. Понятно. Вот эти, да, бомберы. Много, да, много просили, я у них на молниях обычный вариант тоже привез. Такой Барбари, допустим. Есть у него левитон такой. Это чисто ХБ, да? Да, чисто хлопок она идет. У него раз высыпает. Они у меня хорошо идут, я просто и эти нашел, такие же ХБшные варианты привез. Отлично, резиночка, все четко. Сзади надписом, все как в оригинале сделано. Жилеточки пройду, покажу. Жилеточки у него такие, допустим, такой манклер есть спереди баллоновый, а сзади у него вязаный вот так. Есть вот такой манклер тоже, хаки цвет. У него черный есть. Почем жилеточки? Жилеточки у меня $90 начинается и $220 заканчивается у меня. Конечно, разные модели есть. 90-220. Да, есть такой, допустим, босс. В этих товарах самое главное, что в многих местах там продают дешевые товары, когда продают. Вот тут у них внутри то, что пух есть, она отсюда постепенно падает самым вниз, потом мусор она становится. Самое главное тут. Здесь прошито все, да? Самое, да? Есть вот такой у меня серый цвет. Это что, два замка или что? Нет, она планка, один замок у него, а там сделано. У меня модели один в один, как в оригинальном магазине. И я стараюсь выбрать те товары, которые в оригинальном магазине висят. Капюшон отстегивается, снимается, вот такой. Теплая жилеточка. Есть Прада вот такой. Какая яркая. Есть оранжевый, есть белый, есть черный. Вот, допустим, белый. Вот, допустим, черный с оранжевым идет. Тут самое главное, это как в оригинале, а туда, чтобы вода не промыкала в ветер. Важно до конца идет. Вот это вот тоже водонепроницаемая, да? Она до минус 22 она держит. Холод. Супер. Пуховичок такой, да, получается? Пуховичок, да. Есть Филипп Лайн, есть вот такой. Филипп Киркоров. Сзади с надписью Филипп. Тоже тяжелый такой. О, уже прям теплая. Хорошие морозы выдержит. Вот такие интересные тоже для девушек. Как рубашечки, платьица, что-то такое, да? Платье, да, тут продолжение там, то, что на платье были, тут еще платье продолжение есть. Комплекты вот эти. Беленькие вот тоже девушки любят. Платье-рубашечки, да. Платье-рубашечки, вот беленькие. С поясом идет вместе, в черном цвете есть, в белом цвете есть.
от 2 лет до 12 лет они у меня идут. Допустим, Гуччи. Угу. Так. Тецкам тоже сделано как в один в один. Тут есть Bottega вот такой. Угу. Потом Louis Vuitton есть. Пожалуйста, детские. По ценам сориентируйте. Детские платья $25 начинается, $175 идут. 25-75. Да. В общем, разные модели. Барбари есть вот такой. Угу. Ну, я вам подскажу, что детские платья 75 говорю, но я 25-30-35 продаю, не буду врать. 25-35. Да, не буду врать, как есть, так и лучше буду говорить. Bottega такой. Bottega. Бербери вот такой большой. Это на 8 лет, допустим. Uh-huh. Есть 9 лет, есть 10 лет. Футболочки детские. Вот. Конечно, тоже. Они не висят у меня. Это uh-huh. такой. Есть у него белый цвет, есть. Черном цвете. А чем футболочки? Детские футболочки 10-15. 10-15, да? Да, 20, вот так. Меняются они у меня тоже. Угу. Где-то 70 моделей есть. А такие интересные костюмчики. Да. Вот, прям. Костюмы сейчас перейдем, костюмы тоже покажу. Хотя уже показал сразу. Ну, платье, футболки, в общем, здесь для детей тоже можно все найти. Тепленькие вещи детские, да, пошли уже? Бомберы, да, у меня бомберы. Сверху бомберы. А. У них тоже разные, вот боссовские есть, оффайтовские есть. Например. Классненькие. Есть Прада. Босс Прада. Да, это для пацана, для девочки тоже есть. Маскин. У них тоже вот детские размеры, скажу. 92 начинается, до 164 они у меня идут рост. Угу. Валенсиага вот такой. Палмензис такой в детском тоже. Черный цвет тоже есть у этого. Для маленьких модников таких. Есть Джордан такой. Валенсиага, Джордан. А потом Прада вот такой. Есть красный цвет еще у него есть. Прада. 100% они хлопок. Mm-hmm. Есть Маскину такой. Такой есть спортивный костюм тоже есть. Вот оно. И футболочка есть от него. Mm-hmm. Детские кофты, скажу, они у меня с $20 начинаются, до $60 идет. 20-60. Да, 60 с капюшоном вариант тоже есть, айком вот такой. Потом mm-hmm. жилеточки Карл в черном и в зеленом цвете. Mm-hmm. До 14 лет они идут. Костюмы покажу, тут для девушки, тут для пацана. С mm-hmm. девушки начнем. Томми. Допустим, такой у него есть. И в розовом цвете тоже есть. Вот. Это трехниточный на флизе теплый костюм. Тоже с 92 начинается, до 164 идет размеры. Uh-huh. С маски, но такой есть мишечка и штаны у него. Вот. Uh-huh. Гуччи вверх розовые, штаны синие такой плотно тоже. Есть вот такой маскино. Розовый я вам показывал, но это теплый уже. Тот две нитки было, а это теплый, это на флизе. Угу. Карл такой есть, еще у него серый и желтый цвет есть, желтый, а вот серый, угу. тоже вот, до 164 да. рост идет. Велюровый костюм есть такой. Угу. Потом. Тут уже две нитки без флиза, теплые, показал, теперь две нитки вам покажу. Есть вот такой Барбари. Детские костюмы у меня где-то 40-45 моделей есть. Они у меня размер начинается 92 до 164. Цены у них от $30 до $95 идет детские костюмы. Угу. Это для девушки. Я все не показал, но несколько но... моделей показал. Тут для пацана тоже покажу. Рубашки есть. Рубашечки для школы, у них штаны, брючки тоже есть. Тоже с 92 начинается, до 164 рост идет. Размеры есть. Рубашечки, цена? Рубашечки 25-30-35, вот так стоят. Угу. Пелюши вот такие есть. Для девочки. Есть Louis Vuitton такой бомбер. Угу. Есть сзади него Шанель есть в сером цвете. Тут Прада для пацана. Филипп Киркоров для пацана. Там еще Филипп синий цвет. Армани сзади него. В черном еще Армани есть.
футбольные команды тут Реал Мадрид, Пари Сен-Жермен, Манчестер Сити тут. Все, в общем, и для футболистов тоже есть. Есть. Потом. Армани для пацана костюм. Размер так же, как в девушках. То 164 идет. На флизе теплый костюм. Манкер вот такой есть. Угу. Эти теплые. BMW есть. Это уже две нитки. BMW. Шина так. Феррари есть. Красный костюм. Для детей даже и BMW, и Феррари. Боссовский вариант тоже есть. Два вида у него. Детские костюмы 100% хлопок. Потому что синтетика для детей это хорошо. Карл Лагерфит вот такой. Потом Хуго есть. Взрослый такой Хуго тоже был. Хуго? Да, Хуго Босс. И детский тоже есть. Армани и Томми. Вот такие. Угу. Под классику они идут. Супер. Пуховики покажу. Вот для родителей интересно будет посмотреть. Да, пуховики вот. Они у меня вот так. Они с двумя замками идут. Тоже детские, как в оригинале сделано. Тут белые есть. Курточки сколько? Курточки 75, 80, 85. Вот так стоят детские курточки. Угу, угу. Тут есть красный Карл Лагерфит, есть. Есть хаки цвет у него. Классно. Вот такой вот Канада. Ну здорово. Поло есть. Пар. Поло, это тоже детские, да? Детские, да. Они тоже этот, с 3 лет начинаются, до 14 лет они идут. Штанишки это тоже поло? Не, штанишки вот такие штанишки. Угу. У него светлые варианты. Светлый мод вот такой есть, допустим. Угу. С пампочкой, с мишечкой. Классические есть, допустим, в школу там. Кому как вот. В синем цвете есть, в черном цвете есть. Это, допустим, на сколько лет скажу сразу же. Это на 11 лет. Они у меня с 6 лет начинаются, до 16 лет они идут. Угу, понятно. Хорошо, вот такой костюм, интересно. Да, Спайдермен. Сколько он стоит? Спайдермен этот 40 стоит. 40? Спайдермен два вида есть. У него, как вам сказать, уличные магазины тоже продают. Да. Я слышал, что по $20 тоже есть они. Ну, я лично сам посмотрел, хотел взять сюда тоже. Качество очень плохое. А, это хорошее, да? Это хорошее качество. То есть довольны. Все у меня. Спайдермен называется. Спайдермен, да. Вот, видите, сколько разных кофточек модных. Все для детей. Вот пандочки есть. С пандочками. Вот такие. Супер. Мухаммед Али есть взрослым. Показывал, не помню. Такой взрослый есть и детский есть. Это боксер какой-то, что ли? Да. Боксер. Я просто не разбираюсь. Валенсиага такой есть у меня. Валенсиага. Сзади так с надписом идет. Боттега вот такой. Боттего? Сзади тоже надпись идет так. Потомчики. Гуччи есть вот с уточками. Гуччи. Вот, друзья, все вам показали. Джафар. Хотя устал после рабочего дня, все вам показал, модели, рассказал по ценам. Номер телефона будет в описании. Звоните, пишите, WhatsApp, все есть.